Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Назрел вопрос по детскому лагерю. И по здесь меня трогают, и которые люди рядом задают разные вопросы. Но у меня есть люди, которые были в лагере. Я говорю, давай-ка ты задай мне эти вопросы, я отвечу. Отвечу, это люди могут тогда считать. А дальше я сделаю комментарии и прочее. Ну и избрал, с кем побеседовать. Одного сегодня вышел, оно нету у него веб-камеры, нету там, ну проще, нету, то есть не хочет. Если давно бы сделал этот глазок. Ну и вот, Никита Андреевич Колесников, он у меня воспитателем был принят нынче официально. И через месяц буквально пришлось лагерь ликвидировать. Какие у тебя возникают вопросы, и что ты хотел бы спросить? Вопрос вот такой. Ты смотри, куда. Была ли нужда так резко ликвидировать лагерь этот? И при том, что есть такой большой опыт управления лагерем, как-то изменить, может, какие-то нормативы или названия, чтобы сохранить прежнее видео, все как было прежде. Ведь следующий шаг был очень трудный и денежный. Тратить деньги на покупку домов, это новые инвентарь, это много работы, все. А нас пока мало так людей еще. Все так неопределенно. Можно было поступить как-нибудь иначе, то есть как-нибудь этот вопрос решить, не изменяя, то есть предыдущего состояния лагеря. Его предыдущим оставить его состоянии, так сказать. В статусе прежнем. Тут нужно сказать возникновение какое. В 1972 году уехал последний житель из Потеряевки. Это наши родители, отец. У отца нашего 10 детей было. Они поехали брату Акиму в Киргизию. Там Воронцовка, недалеко от Фрунзе, километров, может быть, 18. Сколько там? Да. Так, да, примерно так. Ну и вот. А мы сразу стали приезжать в Потеряевку, родина наша. И ну, отдыхать, просто отдыхать. О том, что это будет там статус, регистрация, это ничего мы не знали. Ну, инициатива была моя. А тут, знают, люди верующие, мы уже собирались. Но собирались в Московской патриархии, тут одна церковь была, Покровский собор, туда и ходили. Там мы и познакомились. Но так как я не молчал, свидетельствовал, шли занятия. Люди были, и люди людям еще там кому-то, одни другим сообщали. Набиралось много. Один раз, помню, с поезда сразу сошло на разъезде 72 человека. Представьте, это очень заметно, когда пустынное место, степь. Но приезжали, там ничего нет, только стены старого клуба. Стены полуразрушенные, все сорвано, ничего больше не было. Ни окон, ни... Про это говорить не надо. Все это мусор один. Ну, туда мы не заходили. Ну, с собой брали, я уже знал, что надо брать, матросовки, на чем спать, на земле не будешь. Искали по полям, где солома прошлогодняя, далеко. Мы набирали, сушили ее за день, к ночи набивали и старались сделать шалаши. Брали с собой целлофан, уже был. Кроме того, вот сидят сейчас хулиганы и сиденья режут, трамвай едут. И в трамвайном депо я познакомился, а там их эти сиденья снимают, новые, из дерматина делают. Эти срезки-то отдавать мне стали. Ну, я им что-то им привел, там чем-то угодил, и хорошо относились. И вот из этого шили, там, постелить что-то, толстый пенопласт, толстый, я не знаю, ну, сантиметров 5 толще. Он небольшой, вот такие, допустим, ну, сколько-то, по 1,5 метра плиты. Буквально. Мы туда увезли. Теперь надо прятать. Рядом были, там же, где лагерь, мы образовали, нашли, сплошняком растет крапива. Там что-то навозные кучи, были какие-то здания. Деревня-то наша была. Ну что, я уже не припомню. Но огромные кучи навоза. Мы маленько разровняли. Крапива, конопля растет. И рядом, ну сантиметров, говорю, ну метров 70 домик стоял. Такой сделали пастухам. А тут у них телята последние и лошадей, пастухи. У нас с ними были хорошие отношения, мы поддерживали, чем-то что-то давали им. Вот приезжали, надо колодчик выкопать. В один день колодчик выкапывали, откуда воду брать, чтобы можно было. Понимаете, сколько работы вспомнишь. Ножами резали камыш, осоку и делали шалаш. Кроме того, купили палатки, а опыта-то не было. Я решил, что она двухместная палатка, ее можно сделать четырехместную, то есть расширить. Но тогда у нее склон меньше, вода стала протекать. Надо сверху целлофаном. Целлофан
пропадает от солнечных лучей, надо на следующий день или на него сверху. Пищу где хранить? Нашли штыри, деревня была такая, чтобы она была шайбой, мышь не попадала туда. Это все на открытом воздухе. Поели, ложки, все туда сложить надо, опять целлофаном материю замотали, чтобы мышь не попала. От солнца все портится. Но на разъезде еще было барака 2, где жили рабочие, подстепный разъезд Ребрихинского района, Алтайского края. Это все первый день мы должны были сделать, спать. Собрать ягод, наловить рыбы, мордушки там сделать. Это все в один день. Это понятно, как мы с напрягом. А следующий день у нас уже легче там поддел. Главное было ночевать. Помню первый, когда сходим оттуда, приезжаем ночью. Поезд идет ночью, останавливается. И мимо домов идем, и ласточки щебечут. Ночные ласточки. Ночное пение ласточек редко кто слышал. Это не дневное, где там чуть-чуть, где-то. И я ночью с магнитофоном, магнитофон такой крутится, тогда были эти катушки, бобины-то, с кем-то поговорю, чтобы меня сопроводил. 4 километра в ночной темноте туда пройти, чтобы их записать. Вот что значит любить свое дело, орнитологию. И ночью подойти и ласточек не спугнуть, и записать, и вернуться назад спать, и что никто не знал. Я попутно сказать, сколько здесь было. Ну и власти-то знали, приезжали, беседовали, не трогали. Потом стали мы строить кельи, сверху затягивать этими, вот вокруг стенок этими, которые мы нашивали, дерматин. Двухэтажная, даже одна стоит сейчас на куриных ножках, называется, куриные ножки. Другие заштукатуривали, сверху рубероидом уезжали, у нас рубероид кто-то снимал, воровали, шалаши деревянные сжигали, 18 раз сжигалось, 18 лет. Постепенно все это формировалось. Мы в разных местах останавливались, не только в одном месте. Потом у меня там племянник, он мой крестник является, главный агроном села Корщина, которому Потеряевка как бы сельсовет там был. И он добился, что председатель сельсовета, директор расписались и дали нам землю 3 гектара на 10 или 15 лет. Это был сдвиг. Могли мы открыто уже это делать. Дрова, дровяники. Но куда снести это маленько? И то только ночью. На 2 метра расширить лагерь. А ширина его, допустим, 50 метров. И мы ночью это делали. Уезжая, надо было все прятать. В разные места. Что-то сотлеет, что-то сгорит. И ужасно просто было. Но мы были. Были. Все нас сжигали. И качели были. И баню тайно построили, где мыться. И где продукты хранить. Приезжают священники где. Вот даже простое. Священник приехал. Нам нельзя его показывать. Что делать? Мы нашли кусты, где там есть большие, там борсущая нора. Мы, значит, видим, куда ход идет. Дальше раскопали борсущую нору, пластами землю сняли, убрали, трава растет, она не засохнет пока. Дальше копаем, все уезжают, я остаюсь один. Один. Это надо заготовить, из чего дальше это сделать? Это дерево, столбы поставить, закрепить. Я один. Ночью. Ну, это от пасухов, это метров 200 в стороне. Вот, забиваю гвозди, гвоздь забил, вылезу наружу и слушаю, не идет ли где кто. Я слышал хорошо. И дальше сделать, покрыть, дернем опять все это, говорится, водой полить или как там, чтобы вода не попадала вниз. Целлофаном там затянуть-то. А залазить через ползком, да и с разных сторон заходить, чтобы следа не оставить, через борсущую нору. И там продукты хранили, постель, все было. И схронов было 5. И около лагеря выкопали подземную церковь. Как ночами мы вытаскивали землю, долбили. Это на какой глубине это вообще? Это все было снято. Это надо было закрыть, уезжая, входа чтобы не было. И КГБ каждый год находил. Вот спрашивается, честный человек, зачем будет менять имя свое? Нет. А тут как? НКВД, КГБ, ФСБ. Вот, то есть все время они меняют и меняют свое, что там, что нагрешили, 100 миллионов расстреляли, это не мы, это НКВД. Но вы приемники, в том же преемнике, в том же самом здании находитесь. Я говорю, мы православные христиане. Сектанты все время меняют свои названия. Разные-разные секты, те же самые, но под разными названиями. Уже 21 тысяча названий, говорят, есть. Мы не меняли никогда свое название. Православный лагерь, стан. После мы
добавили в честь священномученика Климента Анкирского. Да, лагерь претерпел гонение ужасное. В 98 году 15 краевых комиссий. Мы были в это время зарегистрированы в краевом отделе юстиции, номер 139, регистрация. Теперь мы не были зарегистрированы. Теперь уже у нас после основания Потеряевки, это с 91 года, подвели электрический ток. У нас холодильники, стиральные машины, ну, все, что нужно, электрическое, можно было делать. И сейчас там все это есть. Мы могли существовать, но почему... Ну, основатель, получается, я, так везде записано было и зарегистрировано, 45 лет. Но когда в этом году, в 2016, напало Роспотребнадзор, ну я же молюсь, я все это исследовал, понял, бороться нельзя. Абсолютно невозможно. А они только подают в суд, суд сразу принимает от них. То есть суды практически под их дудку играют. Прокуратура с ними вместе. Притом работают активно, задавить, задушить, возбудить уголовное дело. Финансовые, которые здесь организации, на их стороне. Все на их стороне. И их самих избрали на это дело 110 тысяч человек. Роспотребнадзор. Они не для борьбы с лагерями детскими должны бы настроиться это, а именно гнилые продукты, там где-то отравлены, за этим смотреть-то. Но когда они на нас нынче навалились, я понял, абсолютно невозможно. Они хотят, чтобы все дети были больные. То есть или больные заранее были, или сделать больными. Около 20 с лишним наименований только подсунули мне, какие должны быть лекарства. Я говорю, у нас не надо этого. У нас все дети здоровые, не болеют. Мы травы собираем, подножный корм, босиком ходим, купаемся. Им это не надо. А иначе, а куда этих паразитов девать? Раньше санэпидемстанция. Что это такое? Для чего она нужна? Они душили нас, но не убивали. Теперь... ликвидировал на их месте правоприемница Роспотребнадзор. Потреб? Чего потреб? Потребны деньги. Вот теперь закон этот яровой пакет. Это тоже из одного мешка дьявол вывалит. Дьявол это. Я их называю слуги Антихриста. Я понял, ничего нельзя сделать. Мы только провели собрание, избрали новое руководство в лагере, воспитателей, выдал всем документы. И вдруг они нападают на нас. Это было 18 июля. 2016 года в 22.00, как нападали. Тихо подъехала полиция. Но мы уже провели тренировки, как убегать. Тебе не интересно это? Знаешь, вот какой ты. Сколько раз пинаю его. А я горю огнем в этом. Почему? Он не хозяин. Встал, прошел, говорится, сквозняком. Но под напором властей мы обязаны были как-то отреагировать. Я понял, что в этом состоянии они не дадут. Нынче был суд. Суд был 27 июля, через 9 дней, как лагерь я ликвидировал. А они даже не знают. И просят на 90 дней у них норма. Какие 90? Когда 2 августа у нас официально лагерь должен был закрываться. 2 августа. Мы его ликвидировали. То есть перешли в иной формат. Как? Никак, лагеря нету, просто его нету. Ну, дети должны отдыхать, дети, да. А если детей кто-то приглашает в деревню, уже вот это их не касается. Вот мы это и решили сделать. Закупили несколько домов, уже заплачено. Один дом подарен Володе Пащенко, другой Никите. Третий там есть, у нас практически 4 дома уже есть. Но теперь затруднение в чем? В каждом доме должен быть хозяин жить. Оборудование, там холодильники. Что у нас было в одном лагере, оттуда переходят все иные места. А собираться мы днем можем ходить вместе, купаться по ягоды, но спать, питаться каждый в своем доме у определенных хозяев. Вот мы в этот формат переходим. Не знаю, что будет или как будет, но кое-что есть. Дома уже начали ремонтировать. Узнаем, какие лучше эти комбайны электрические, там духовки, что покупать. Уже будем зимой делать. Обихаживать. Ну, вот так примерно. Понятно. Понятно. Ну, а как по-другому? Ты еще дашь? Какой совет? Ну-ка, Володя, подойди сюда. Что-то Никита квелый так. Садись, брат. Освободи место. Володя более живой. На кухне там. Как ты по лагерю? Ты там был за начальника лагеря, когда мы были в дальних миссионерских поездках. И старший воспитатель официально. Хотя, то есть, в Рио.
старший воспитатель у нас до конца оставался Виктор Савченко, Виктор Николаевич. Но так как он тут переменил свой статус, женился, ну, мы его оставили. А ты исполняющий его обязанности. Как ты смотришь на то, что лагерь ликвидирован? Какие советы дальше? Ну, я, во-первых, первое, то, что обратил внимание, вы сказали, вы молились. Да, только на этом. Поэтому я молился, да. Я считаю, Бог положил на сердце немедленно отреагировать. Вот же ночь, 18 июля, в 22:00 дети бежали из лагеря, и в это время я его ликвидировал в лагерь. Немедленно, сразу. А полиция приезжала еще несколько дней, круглосуточно дежурили, им нужны были адреса детей. Но они нам никак не повредили, детей не душили, не давили. Но краевая прокуратура пошла на лжесвидетельство. Вызывать адреса узнали, я им сам сдал. И стали вызывать, дайте показания на Лапкина, чтобы возбудить уголовное дело. Но гражданское дело Роспотребнадзора суд не удовлетворил за отсутствием состава преступления. А на лжесвидетельство никто не пошел. Почему? Молились по всему миру. Молитва, Бог. Я понял, дальше не надо. Ничего не будет. Они не дадут, они прямо с полицией, там, с милицией, с КГБ, совсем с кем угодно приедут. Они не дадут работать. Но с детьми мы должны работать. Вот так. Молитва. Я единственное добавлю, что я-то знаю ваш богатый опыт именно с лагерем. Ну, плюс борьбы с врагами, которые против лагеря воевали. Да. Я понял, что раз уж вы так решили, это значит, и тем более молились, до этого доверился, одним словом. Ну, я объявил в деревне, собрал собрание деревенское, да. Сразу объявил. Кто может принять? Все, ой, да это отвечать надо за ребенка, как все попятились. У нас ролик стоит. А я 45 лет. Против меня не раз возбуждали уголовное дело. Но все закончилось крахом. Ничего нету. Нет. Если бы они за дело были, дело другое-то. А власть смотрит тоже маленько, глядит как. А кто лютовал? Главное, это санэпидемстанция. Тут есть Хорошев такой приезжал, Алтайская санэпидемстанция. Здесь, кто здесь сделал большой-то самый вред? Смирнов, Евгений, не знаю, как-то его там, Мамонтовского района. Лютовал просто, в суд подали. И когда, я на них подал, когда приехал сюда. Их вызывали. И все процессы я выиграл до одного. Заплатили, кто печатал, опубликовали там по телевидению, показали опровержение. То есть тут у них не получилось. А почему? Вот так лагерь формировался. Лагерь необычный чем? Нет возрастных групп. До 7 лет с кем-то ребенок должен быть из старших. Родители, бабушки, дедушки, кого мы знаем. То есть с нами могли быть люди. Это в лагере очень необычен был именно этим. А один срок, месяц пройдет, у нас не 3 недели, сезон, а месяц. Было больше 2 месяцев в начале лагерь. Открывали его. И до 28 августа. А начинали с мая. Ну, погода меняется, то другое. Потом мы входили в режим государственный. Когда они заполняют лагеря, ну и мы. Когда лагеря стали тут расформировать, я там получил кое-что от них. Тумбочки и прочее. Тут летное училище расформировали, а я вел там занятия. Тут много половичков. Я пойду. Оборудование там что-то, а? Мне на кухне дела надо делать. Да, сейчас ты пойдешь. Я показываю, как постепенно формировался вот этот лагерь. А потом зарегистрировали. А потом с регистрации снять пришлось. Еще что, какие-то, может, советы есть или... Советы давай, брат. Да мы уже все советы-то все сделали. Там по внутренней, то, что делать, там палате, там мы еще побеседуем, то есть с вами еще более точно. Дело в том, что в одном доме ты хозяин, ты не против приглашать детей? Нет. Приглашать. Не просто я. Меня вообще теперь нигде нету. Ну, я могу дать совет какой-то где-то. Василий, подойди-ка сюда, иди на кухню свою. Это из Киргизии приехал Василий Лапкин, это мой племянник, у меня сестра Татьяна Тихоновна, это ее сын. И нынче были две твои дочери в лагере, ты их привез туда добровольно? Разумеется. Понравилось им и тебе? Да, мне понравилось то, что дети, когда из лагеря вернулись... А что такая строгая дисциплина, у нас нельзя мальчики с девочкой руками не хватается? Это очень хорошо. Да. И что встаем рано, тебя не смущает это? Да, и что посты соблюдаем православные? Да, отлично. И не думаешь ли ты снова прислать ребятишек сюда? Если Господь позволит, обязательно. А они вспоминают? Они уже собираются. Я их назвал востроглазые. Какие они у тебя девчонки-то?
Пятерочники. Ну, младшая бывает четверку схлопочет, а старшая... А старшая на одни пятерки. Она одни пятерки. Она так рассуждает, прямо как будто бы все время, говорится, с нами была. Прям по-взрослому. Мне девчонки-то понравились. Они жили тут у моей сестры Валентины Тихоновны, но и в лагере были. Ну, подготавливай. Если будут кто-то желающий, бывает, иногда то прилепляются, все рассказать. Подробно все осознаешь. Какие-то советы, может, хочешь дать? Советы? Да, по-моему, и так все у вас идеально уже. Да. Продумано. Ну, какие мы советы можем дать? Нам надо советы брать от вас. Так, вот я хотел сейчас газету найти. Может быть, она есть. Вот здесь, ну-ка. Напиши здесь. Российская газета. Газета. А ну-ка, гляди рядом слова, напиши Лапкин. Есть что-то там про нет или нет? Что тут? Посмотри маленько. Так, 15 декабря. Ну-ка, нет, да, добавь еще, детский лагерь. Найти статью, там была статья. Лагерь. Ну что тут? Да, вот есть. Есть, да? А что такое? Так. А, нет, это во свете Библии. Это во свете Библии, она вон куда потянула. Нам нужно газету открыть. Так, исковое заявление российское, так, интервью российское. Ну вот это что? Подожди-ка. Что за вопрос? По местному телевидению. Громче. Вопрос 885, второй том. По местному телевидению ГТРК были показаны два фильма, направленных явно против вас. А ну ладно, это не об этом. Мне нужно найти где-то большую статью напечатали в газете, российская газета. Вот нету. Долгий путь. А ну-ка напиши так. Долгий путь. Путь и остановка. Остана. Постой-ка. Опять то же самое, да? Угу. Главная страница. Это к истине.ру. Нету, да? Ну, не нету. Она газета была, это... Почему нету, не знаю. Российская газета. Просчитать именно вот это вот. В каком году? Я даже не могу сказать. Российская газета. Где это искать? Охо-хо. Ну ладно. Не получилось. Не получилось. А почему не получилось-то? Мы сейчас вот посмотрим, как я захожу. Вот здесь в Word. Word. И теперь до слова Божия нету. Найди. Вот. Вот, да? Ну-ка, Ctrl-F. Так. Снегирева. Ну-ка, подожди. Нету. А ну-ка, Снегирева и... Подожди-ка, вот здесь заново напиши. Снегирь. Довольно. Снегирь. Ну-ка. Ой. Подожди. О! Вот мы нашли газету. Как? Российская газета. За какое? 20 июня 2000 года. Номер 117. Учредитель газеты правительства РФ. Российской Федерации. Адрес Москва, улица Правды, 24. Жив Господь и благослови... Нет. Вот отсюда вот. Вот как о лагере писали. Ну-ка, остановка Потеряевки. Чем жива Россия? Вот она как называется. Долгий путь и остановка в Потеряевке. Да, я сейчас вытащу на мой Word, чтобы можно было просчитать. Эта статья того стоит, чтобы просчитать ее. Вот отсюда, вот. Ctrl-S. Перехожу сразу в эту Word. Вот Word открываю.
Смотри, как это все делается. Там кто-нибудь посмотрит, Никита. Сейчас мы отсюда просчитаем. Я Никиту позову сюда, ты уйдешь туда. Давайте переместитесь пока. Так, вот посмотрите, как писала российская газета о нас. Считай. Так, долгий путь и остановка в Потеряевке. Чем жива Россия? Да, повторяю, что это российская газета, путинская, конкретно, правительственная газета. Так, Потеряевка, небольшое село на Алтае. Живет там удивительный дельный человек Игнатий Лапкин. Понятно, какими словами все это пишут-то? Уже много лет он проповедует в детском трудовом лагере православный устав, учит чистоте души, помыслов и поступков. Вот те, которые клевещут, они же ничего не знают. А это люди, которые присылают сюда своих корреспондентов, фотографируют, людей опрашивают. Мы уже рассказывали. Однажды, как 50 с лишним лет назад, потерялось в миру село Потеряевка на Алтае. Раскулачили крепких мужиков, разбросали по свету. И как начали ее возрождение братья Лапкины. Возрождение не только физическое, но и духовное. И вот новое послание из Потеряевки, кавычки открыты. Помогите, закрывает детский трудовой лагерь стан Игнатия Лапкина. За лето прошлого года в лагере побывало 14 комиссий. Шли хулительные передачи по краевому радио и телевидению. Неправедные статьи в краевых газетах, кавычки закрыты. Лагерь стан Игнатия Лапкина открыл возрождающиеся деревни для детей в честь священномученика Климента Анкирского. Членов одной из комиссий эта честь неизвестному им мученику явно раздражала. Кто он такой, этот Климент Анкирский? Игнатий рассказал его историю, трогательную и трагичную. Мальчик лишился отца, будучи в колыбели. Мать умерла, когда ему было 12 лет. Сироту усыновила благородная и богатая подруга матери София. То было в пору великого голода. В пору, да. Люди оставляли своих детей и даже бросали при дорогах. Клементий не забыл доброты, проявленной к нему, и теперь уже сам подбирал брошенных родителями малышей, приводил в дом приемной матери. Детей отогревали, кормили, одевали, иными словами, спасали. Этот благородный подвиг спасения страждущих детей воодушевил Игнатия Тихоновича Лапкина на создание православного лагеря стана. Вот это, что она пишет, это никто и не писал. Это пишет корреспондент российской газеты. Я хочу спросить те, которые напоминают, нападают на наш лагерь-то. Про вас такие слова может написать не какая-то там желтая пресса, а газета, центральная газета Российской Федерации. Это центральная газета. Учредитель правительства Российской Федерации. Там на сотни раз проверяют. Нужно сказать, когда эта статья появилась, это сильно тронуло администрацию Алтайского края. Их тут принизили. И они сразу же послали заместителя губернатора. И две машины, кажется, сразу приехал. Представители разных организаций, Единая Россия и другой. Это чего-то стоит? И они, конечно, довели дело до конца. Так. Этот благородный подвиг спасения страждущих детей воодушевил Игнатия Тихоновича Лапкина на создание православного лагеря стана. Для членов комиссии были привычны другие названия, в кавычки открыты, лагерь труда и отдыха, туристический или пионерский лагерь. Причем здесь какой-то стан? Миролюбиво объяснял Игнатий. Стан означает остановку в пути к строго определенной цели. Дойду до конца не все, но пусть никто из путешествующих не будет разочарован. То есть это из Библии взято, где стан Моисея раскидывал, лагерь стан. То есть мы в разных местах до 10 больше раз меняли местонахождение. Смысл такой философии многим представляется непостижимым. Ну да ладно. Главное все-таки дело. Уже 25 лет собираются в стане мальчики и девочки из неблагополучных семей и детдомов. Но последние годы посылают к Игнатию, в кавычках, и православных благовоспитанных отроков. Понятно, все узнали. Потому как свидетельствует один из родителей, от Игнатия дурного не наберешься. Жизнь в стане он строит по житию первых христиан, которые умели воскрешать заблудшие людские души.
Все это хорошо, но откуда у Лапкина дар воспитателя? Тут все непросто. По первой своей специальности он строитель, окончил строительный техникум в Барнауле. После службы в армии не захотел возвращаться к прорабской должности, а поступил в Рижское мореходное училище. За это время мореход Лапкин умудрился изучить английский, французский, испанский и латинский языки. В нем проснулся интерес к религии. Чтение Библии настолько перевернуло его душевный настрой, что записал Лапкин на магнитную ленту 12 томов творений Иоанна Златоуста. Этот подвижнический труд удивил христианский мир. Но это еще не все, ведь Лапкин создал самую большую в мире духовную фонотеку и антологию религиозной поэзии за 300 лет. При коммунистах, заметьте, при коммунистах это все, жития насчитаны, они только 12 книг Златоуста вспоминают, а здесь 12 томов добротолюбия, это 5 томов добротолюбия, жития 12 и так далее. За что, впрочем, и был объявлен неблагонадежным. Но жизнь его праведная, духовно просветленная, а устремления истинны и бескорыстны. Вы понимаете, это как человек может писать. Никогда не видевший, но имея только эти материалы разных источников, запрошены были здесь разные организации, писали, да. За это одни его любят и боготворят, другие не любят, чураются и унижают по-всякому. За это любовью и нелюбовью к человеку легко угадывается извечная борьба добра со злом. 14 комиссий, которые побывали в стане Лапкина прошлым летом, явно пытались доказать, что идея создания такого лагеря для детей, если можно так сказать по-старому, аполитична, как и сам ее автор. Как пишет. Спрашивается, где горн, где барабан, где сборы с линейками и рапортами? Живут дети в самодельных домишках-палатках, сооруженных из подсобного материала. Встают с восходом солнца по звону колокола. Кто рано встает, тому Бог дает. На детей возложены утренние заботы. Воды из колодца наносить, дрова на день запасти. Помочь в столовой со завтраком. Завтрак после зарядки и купания в пруду. Затем до самого обеда работа. В основном на огороде, днем отдыхают, а дальше до вечера у каждого своя свободная жизнь. Купание, катание на лошадях, лазание по сваленным и ошкуренным деревьям. И огромные качели, на которых летаешь, и дух захватывает. И самый увлекательный сбор целебных трав в лесу и на полянах. Сколько тайн знает Игнатий о каждой травинке и каждом цветке. А когда подходят грибы-ягоды, вот это радость так радость. Чистят, варят, жарят, объедение. По пятницам вечерами разжигают костер, пекут картошку, поют тихие песни, ведут разговоры о жизни, о судьбах людей и о житии святых великомучеников. Потом с молитвой отправляются спать. Вот такая жизнь. Хорошая или плохая, кому как нравится. Ребятишки не жалуются, все лучше, чем сиденье-лежание у телека. Самые строгие комиссии прибывали из санэпиднадзора. Насколько их здесь... Несколько. Несколько их здесь не устроило все. Необходимая справка. Православный детский трудовой лагерь «Стан» зарегистрирован не как лагерь-стационар, а именно как «Стан». Стоянка. Остановка, установка шатров, палаток. На такие лагеря не распространяются государственные требования и нормы. Санитарные, страховые, налоговые, пожарные. Но здесь в лагере по возможности есть все необходимое. Однако, приведем разговор, который состоялся с первым замом главного санитарного врача по Алтайскому краю Александром, не знаю, Строковым. У вас нет наружного освещения. Ну вот же она, огромная ртутная лампа. Мы записываем, нет освещения, опровергайте это через суд. Далее, у вас нет аптечки, но мы же ее показали вам, более 70 названий препаратов. Имеете полное право обжаловать наше утверждение через суд. Итак, по всем пунктам, опровергайте через суд. С издевательской улыбкой глядит чиновник в родниковой чистоты глаза Игнатия.
настоящий шабаш нечистой силы. Это вообще, представьте, для правительственной газеты вот это такие слова, это я не знаю даже. Кавычки открыты. У вас дети купаются в пруду, на берегу которого стоит баня. Туалет, хотя и на отдалении, но он же типа сортир. Материалы об антисанитарных условиях в лагере... В кавычках. В кавычках. Антисанитарных условиях в лагере, популярность которого стала широкой и известной не только в России, но и во всем христианском мире, были преданы гласности по местному телевидению и в печати. Зачем? А не зачем. Пусть Лапки наведет санитарный порядок в лагере. Не хватает нам только болезней и эпидемий. Так сказал мне в телефонном разговоре один из руководителей краевой санэпидемиологической службы. Кстати, Москва, службы. Центральные газеты и созванивается с Алтайским краем, вышли на санэпидемстанцию. Ну тут никаких связей не хватит. Мало того, это потом будут показывать по телевидению. Кстати сказать, за 25 лет существования в лагере не было ни одного несчастного случая, ни одного заражения, ни одной серьезной болезни. Лагерь стан, в кавычках, выделен на навозной куче, как его окрестили. Дал заряд здоровья не только физического, но и нравственного 2500 ребятишек. Вот так. Так это 20 лет было, 25, а теперь 45, это 20 лет назад было. В частном порядке за минимальную плату, а то и вовсе бесплатно. 53% полностью бесплатно, 57 даже процентов бесплатно. 10 раз перемещался лагерь с места на место, пока в 1996 году не обосновался возрождающийся Потеряевке. Слухи об, кавычках, антисанитарии в стане поползли по Барнаулу. Главный редактор газеты «За науку» Алтайского госуниверситета Владимир Клименко прошлым летом отправил своего сына на лето к Лапкину. Клименко один из тех интеллигентов на Алтае, которые понимают смысл подвижничества воина духа Игнатия Лапкина. Понимаете, вот эти слова соединить вместе, то другое, да, которые у меня недуги, разные там душители, внуки Скуратова, они, говорится, умрут. Подвижничество воина духа, это вообще. В самый разгар дебатов по поводу закрытия лагеря он и поехал в Потеряевку. Приехал поздно вечером, когда дети уже спали. Вот Клименко, главный редактор. Его разместили в той самой палатке кельи, про которой в атаках сказано немало. Где написано? В актах. А, в актах. Ну, в атаках. Сказано немало гнусных слов. Вот, чтобы так говорить, там пишет газета «Алтайская правда» и слово «гнусных». Ну, явно видно, что знает, о чем пишет. Высокие палати на 5 человек, матрасы, одеяло, подушки, заправлены чистым бельем. Нигде ни соринки, сухо и тепло. Тишина, кругом степь и свежий чудный воздух. Туалет, который произвел на проверяющих ужасающее впечатление, оказался обыкновенным домиком, каких еще немало в российских деревнях. Но и здесь чистота и порядок, полная дезинфекция. На кухне простая, чистая посуда. А еду подали. Гренки, картофельный суп с зеленью, белый хлеб из своей пекарни, гречневая каша с растительным маслом, свежие с грядки, зеленый лук, батун и слизун, листья салата, шпината, пирожок с картошкой, сладкий чай из целебных трав. Чай чудо, душистый, не купленный, а свой, ароматный, как и весь воздух здесь, напоенный запахами медвянки, богородской травки, полыни. Это Клименко пишет, главный редактор Алтайского государственного университета газеты «За науку». Теперь он и редактор Алтайской метрополии, выходит журнал или газета, можно назвать, «Алтайская миссия». Он много лет здесь работает, в разных крестных ходах участвует, это верующий человек, православный. И вот он написал, тоже видно. Какая? В конец неиспорченная котлетная цивилизация душа не захотела бы вкусить эти почти забытые прелести. Молоко привозят свежее. Вода в колодце и в пруду, как слеза. Даже эпидемиологи это зафиксировали.
Однако главный санитарный врач Мамонтовского района Геннадий Смирнов. Смирнов стоит на своем. Санитарное состояние лагеря угрожающее, потому его надо закрыть раз и навсегда. Самый лютый был. И было интересно, когда суд шел, и он, судья его спрашивает, он представитель суда, так, как вы в лагере были? Никакого лагеря там нет, там курятники. Он сразу же судью, как говорится, отбил. Судья говорит, так, перестаньте. Вот свидетельство регистрации, краевое отдело юстиции, зарегистрированное где-то. Где дети спят? Да там нет, это курятники. Там начинают, говорит, она говорит, вы выявили, видели хоть раз там? Нет. Ну вы говорите, спят они вместо там подушки, у них вещевые мешки. Ну а вы были, видели? Я? Нет. Меня спрашивают, сколько детей было? Я говорю, 74. А подушек сколько? 120. Ну понимаете, и судью он сразу перекинул на нашу сторону. Судья его слушать больше не стала. Кто спорит? Было бы куда как лучше, если бы дети жили в крепких домах с водопроводом и канализацией. Надо ли напоминать Геннадию Смирнову, что лагерь Стан создан в чистом поле в степи, а еще без денег, без поддержки сверху, на одной энергии, на твердой воле и упрямом характере. Ого, это меня так охарактеризовали. На одной энергии? Ну, Ямаша, человек расположенный пишет, человек, который не встречал, который живет в Москве, с которым мы ни одним словом не перекидывались. И так написать это, мне ее найти не удалось нигде, я бы обязательно отблагодарил ее. И на непоколебимой вере Россия должна встать. Это у нас лозунг в лагере все время такой. Игнатий Лапкин воспитывает детей в духе забытой истинной веры предков. Ее подвижничество достойно высокого уважения. Понятно, как да, подвижничество достойно уважения. Как это может написать человек? А как? Ответ на молитву. Люди, не задетые коростой атеизма и гордыни, это понимают. И кто чем может, помогает в обустройстве лагеря. Искренне благодарен Лапкин мэру Барнаула Владимиру Баварину, краевому прокурору Юрию Пороскуну, начальнику краевой инспекции связи Владимиру Баеву. Список помощников огромен. Они были в лагере, видели и свидетельствовали. Кавычки открыты. Лапкин вносит большой вклад в нравственное оздоровление населения Алтая. И знаете, кто это написал? Главный идеолог КПРФ Петренко Владимир Сергеевич. Главный идеолог, который был идеологическим в комитете партии КПСС при советской власти. Главный идеолог, как Суслов. И такое вот это так написано, прям в кавычки. Благодаря их помощи в Потеряевке есть телефон, врач, кандидат медицинских наук, электричество, школа, церковь и библиотека. Вот уже 8 лет читает Лапкин студентам Алтайского технического университета лекции. Проповедует православный устав, учит чистоте души, помыслов и поступков. Под его влиянием воскресают души людские, очищается благостью скверн наноса времени. Лекции Игнатий Тихонович читал зимой, а с ранней весны он уже в Потеряевке. Несмотря на все происки, санэпидемслужбы вновь готовил свой стан к приему детей на летний отдых. Нам он написал и позвонил с одной просьбой. Кавычки открыты. Помогите защититься от безбожников. Понятно. Я никогда не скрывал. Как сейчас я говорю, Роспотребнадзор и прочее, это слуги Антихриста. Они все подготавливают к принятию Антихриста, чтобы дети были манкуртами. Ничего не понимали, пялились телевизоры и приняли печать Антихриста. Начертание. Больше ничего нету. Просьба. Помогите защититься от безбожников. И пригласил в лагерь хоть на все лето. Таисия Снегирева, фото Александра Волобуева. А тут как начали расследовать в краевой администрации. Волобуева это вызвали. Когда вы эти снимки послали? Кто вас заставлял? Ну, он говорит, взяли они, откуда я знаю? Считай. Российская газета, 20 июня 2000 года, номер 117, в скобках 2482. Учредитель газеты правительства Российской Федерации. Адрес 125-881, Москва, улица Правды, 24, телефон 257-53-62, тираж 436 525.
минимум столько людей могли прочитать про лагерь. Я взял одну газету, а этих сколько было, и центральное телевидение и прочее показывали. Да, конечно, это не просто все. И этот лагерь пришлось ликвидировать. Почему? Абсолютно невозможно. И те, которые советуют сейчас где-то обратиться к кому-то, где-то как-то, даже вывести, допустим, ну, вызвал меня бы сейчас или приехал на дом губернатор Алтайского края, допустим, Карлин Александр Богданович, допустим, и сказал, что вам нужно. Я сказал бы одно только, забудьте, что мы существуем, чтобы к нам не лезли. Но он не может это сделать, не может, он юрист высокого класса, он не может законы менять, закон-то уже вышел, зажать и уничтожить. Единственное, что он мог бы, это найти людей и сказать, профинансируйте строительство дороги, сделайте, сделали бы, щебенку обыкновенную. И дальше, для лагеря построить два домика, это им пустяк только, ну, потоп-то этот был, реки разлились, там Амур-то, построили до зимы, построили бы, построили. Ну и дальше, где купаться и прочее, там, пир сделать, это очень просто все было сделать. Ну, я не знаю, это чудо, можно было сделать, подвести, конечно, электричество, мы бы не там построили, где лагерь, а прямо в деревне, где я нахожусь, где голубятня, два дома, мальчикам и девочкам. Подвести электричество, все подготовить, говорится, под ключ. Конечно, это малое средство, но для государства что это значит? В лагере 45 лет. Без помощи государства тысячи детей вышли. У нас, как правило, разводов нету, кто в лагере бывает. Как правило. В армии идут, нету дедовщины этой. Но нам есть что показать. Ну, может, но я не знаю. У меня веры не хватает, наверное, чтобы помолились об этом. Выход только один. Не льготы нам искать, чтобы нас они, ну, сказали, ну ладно, как хотите, так и делайте. Это не будет никак поднять нас на другой уровень. Мы бы это приняли. Конечно, эти дома, чтобы которые построят, они принадлежали не государству, а принадлежали Потеряевке. Сразу же передали в частную пользование. Ну, то есть оформить это все как надо. Только на этом мы согласны. Хорошо бы, если нам продукты для лагеря дали, дети бедные. Какие продукты? У нас своя пекарня, можем, русские печи, я печник. Муки, крупы там, масло растительное. Я говорю, что там соль, разные вермишели, гречки, манки. Вот это вот. Это я бы принял. Вот если кто хочет помочь. Только в этом направлении, а не так, что мы напишем письмо, и губернатор что-то нам... Ну, что он может сказать? Не лезьте туда. Он не может этого сказать. Он юрист. И что они нас нападают, это означает, мы Богу угодны. Иначе зачем бы они нападали? Главное, этим летом я детей не отдал. Ни один ребенок в руки их не попал. Всех здоровыми отправили обратно. Чтобы они мне давали транспорт привезти. Раньше было. Я обращался в краевое управление милиции. И они помогали, давали машину. Городская администрация, хорошая знакомая у меня, мэр города, давали автобусы. Я детей увозил, конечно, бесплатно. У нас вся обслуга 45 лет, мы не получали нигде ни рубля. Вот которые там 43% дети, которые платили, на эти деньги пытались что-то купить, там молоко, там сметану, в деревне-то что-то надо покупать-то свое. Бывает там мясо, иногда яйца. Мне тоже на что-то надо есть. То у меня есть опыт. Я ездил по скаутским лагерям в Америке, много читаю, я знаю. Лучше нашего лагеря нету и быть не может без наших правил. У нас 18 параметров в лагере, который исследовал, здесь был игумен из храма Николыча этого на Берсеневке, там метров 200 от храма Христа Спасителя. Отец Кирилл, игумен Сахаров, он все это написал на земле Алтайской. Это в нашей книге, для Слова Божия нет уст, там подробно, там все можно было бы описать здесь. Но это уже в следующий раз может быть. Благодарю за вопросы всех. Если хотите помочь, помогите молитвой, чтобы государство обратило внимание о том, как нам помочь. На больше они никак не способны. Богу нашему славу во веки. Аминь. Аминь. Вот здесь подпечатай. Российская газета.